Всем привет, друзья! Сегодня Apple провела вторую за осень пресс-конференцию, в ходе которой представила обновление в семействах iPad и Mac для новых моделей. Как всегда, были нарисованы новые обои и 4 фоновых рисунка с новых iPad, которые уже в сети. Вот они. Для скачивания просто перейдите по моей ссылке в описании. Всем пока и удачи!